Я недавно сделал открытие, открыл я недавно словарь. Оказывается, совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго. А как же быть, когда идет игра? Партнеры врут, блефуют кто как может, и для победы правды и добра. Тебе соврать необходимо тоже. То как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я не знаю. Я ведь только говорю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая без ошибок. А как же быть, когда идет борьба за идеал и лучшие надежды? Ну а в борьбе нельзя без топора. А где топор, там щепки неизбежны. И как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я понимаю. Я ведь только говорю, что совесть – это нравственная категория, позволяет. Но если все безумием одним, охваченный не на день, а на годы, идет потоп, и он неудержим. Он увлекает целые народы. То, что же может слабый человек? Идет потоп, исход непредсказуем. Что может он, когда безумен век? И кто виновен в том, что век безумен? Кого судить? За что судить? Кому судить? Я не знаю, я только знаю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго.